Особое мнение на 101 FM. Добрый день. Начинается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова, а в гостях у нас Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компаний «Культура гостеприимства». Андрей, добрый день. Добрый день. Я сразу оговорюсь, что разговариваем мы в скайпе, этим объясняется звук нашей программы, и выйдет она в записи. Андрей, мы с вами встречались в мае в этой студии, тогда была просто полная неопределенность, вы не работали, не понимали, когда вас откроют. Теперь вот вы в состоянии определенности уже или это все равно состояние подвешенное? Скажем так, ситуация, конечно, гораздо лучше, чем она была в мае, гораздо больше понятного, но определенная неопределенность все-таки остается. А то с есть, чем это связано? Ну, например, у нас должен был быть проект в торговом центре, а так как пока еще в силе указ губернатора о запрете работы общепита в торговых центрах, то этот проект на паузе на неопределенный срок. Вы имеете в виду, открыть хотели заведения новые? Да, да. Вот, то есть это раз. Ну, во-вторых, конечно, не понимаем, что после Нового года будет происходить, будет ли заражаемость увеличиваться, не будет, будут ли еще какие-то методы, ну, точнее, да, методы сдерживания. И еще один фактор неопределенности – это, конечно, налоговые изменения. На этой неделе пришла хорошая новость, что вроде бы тех, кто был на НВД, сделают льготные налоги по ОСН. Вот ждем с нетерпением. Подпишут, не подпишут этот указ. Тоже вот определенная неопределенность. Ага. Ну, дальше еще об этом поговорим, я думаю. А вот смотрите, сегодня вышло новое постановление правительства, да, разрешили работать цирку. Со 2 числа там начнутся представления, то есть это как раз на новогодние праздники, когда все свободны, все на эти представления, я так понимаю, пойдут. При этом кафе после 23 как не работали, так и не будут работать. Вот почему, на ваш взгляд, все продолжают и продолжают принимать эти, ну, казалось бы, не очень логичные решения, да? Ну, вроде полгода прошло, вроде уже надо как-то научиться, выработать регламенты какие-то. Что происходит-то? Ну, мне сложно сказать, как бы, чем руководствуются, да, вот в точечных решениях. Понятно, что задача правительства, руководителей области не допустить, да, сильного увеличения заболевших. И, соответственно, надо как можно больше цепочек заражения разорвать. И они, условно говоря, не приходится выбирать, где эти цепочки разрывать. Ну, вот они, к сожалению, выбрали нашу сферу, да, и в первую очередь через нее попытка разорвать эти, уменьшить количество заражений. Но там честно, нечестно, правильно, неправильно, я думаю, что какой бы они путь ни выбрали, это всегда будет для кого-то неправильно и для кого-то нечестно. Ну, то есть вы будто смирились, что пусть нечестно будет с вами, или что? Ну, нас, конечно, в меньшей степени, да, касается, у нас сейчас нет ночных заведений, где выручка завязана полностью на ночную выручку. Поэтому нас это коснулось, но не глобально, то есть потери не такие большие. Но у ночных заведений, конечно, я понимаю, что это вопрос жизни и смерти. Угу. А вот, ну, тогда уж, раз мы коснулись вот этой ночной работы, да, впереди ведь Новый год. Пока решали, украшать, не украшать Киров, пришла пора решать, отмечать, не отмечать, да? Роспотребнадзор нам сказал: ребята, сидите дома и гостей не зовите. Вот. А у вас вот как с этой новогодней ночью дела обстоят? Ведь это, наверное, был, ну, какой-то, была какая-то хорошая возможность раньше заработать денег, проводить корпоративы, проводить вот эту саму новогоднюю ночь, да? Вот сейчас что с этим? Вы много ли вы потеряли? Считали ли вы, сколько потеряли? Придумали ли вы какие-то пути там решения этой проблемы? Новогодние утренники, новогодние вечера? Да, ну, у нас сейчас такой большой проблемы нет. Большинство заведений работает все-таки в дневное время. Больше, конечно, сфера потеряла не от самой новогодней, а от отмены корпоративов и от отмены возможности работать ночью в сами январьские праздники.
потому что корпоративы, даже если где-то проводить, ну, сами понимаете, корпоратив до 10, до 11 вечера – это не корпоратив, и многие кафе теряли именно по этой причине, да, то есть в Москве, например, или работу до 24, это, конечно, помогло. Ага, а вот смотрите, вообще в целом по поводу корпоративов, есть обращение от предпринимателей, интерес-то у людей есть к этому или и не звонят, и все вот, ну, с пониманием относятся, что нет, отказываемся, проводить не будем, это опасно? Ну, интерес есть, желающие есть, но, конечно, это значительно меньше, чем в обычное время. А вы как-то вот эту проблему-то решили? То есть вы проводите эти корпоративы каким-то образом или нет? Или вы отказываете? Больших корпоративов у нас нет. То есть только если какие-то собираются небольшие компании, там 8 человек, 6-8 человек. Такое возможно, да, такое бывает. Но вот корпоративы в широком понимании этого слова мы не проводим. Угу. А вообще вот... Эта история с запретом, да, работы, ну, допустим, возьмем новогоднюю ночь, да, на ваш взгляд, она правильная или нет? Потому что, допустим, в Санкт-Петербурге там предприниматели сами взяли и написали письмо губернатору и попросили закрыть кафе на эту новогоднюю ночь, чтобы не распространять коронавирус. Хотя, конечно, есть подозрение, что они таким образом рассчитывали на то, что больше ограничений никаких не будет, да? Вот на ваш взгляд, это, ну, это нужно, это правильно или это... Это, ну, вряд ли поможет, потому что там поедут на какие-нибудь загородные усадьбы все компаниями. Сложно сказать. Безусловно, да. То есть, если люди хотят встретиться, если они готовы, условно говоря, рисковать, общаться, то тут их уже ничего не сдержит. Да? То есть, они найдут какой-то вариант, пойдут друг к другу. Но, опять же, все равно это будет меньше контакт, чем... в ночных заведениях. То есть повторюсь, что, наверное, я бы не хотел сейчас оказаться на месте владельцев именно ночных клубов, потому что и говорить за них очень тяжело. То есть когда нечем платить аренды, нечем платить зарплаты, это очень тяжелый выбор. И самая большая проблема, что если летом и весной государство хоть как-то помогало тем отраслям, которые закрыло, то сейчас оно закрывает, ограничивает, но помощи-то уже никакой нет. И рассчитывать не на что, да. То есть государство так и говорит, что ну мы же в целом не закрыли, вроде какая помощь. Наверное, вот это самая большая проблема. То есть на данный момент самой пострадавшей отраслью являются как раз ночные заведения, да? Вы немножко в более выигрышном положении, общепит, я имею в виду. Ну, выигрыш, менее проигравшая, менее проигравшая, да. Ну вот давайте к вашей работе вернемся, уже не новогодней, да, а вообще вот о том, как вы этот год пережили, поговорим. Вот вы считали, насколько вы вообще по итогу года просели, какие это цифры, там, какой процент может быть, да, от желаемого, от планируемого? Честно говоря, даже не считали, потому что, наверное, смысла пока особого нет. В общем-то, проверять, насколько все плохо или сколько мы там потеряли гипотетической потенциальной прибыли, не хочется. Но, конечно, я думаю, что этот год закончится либо там в нолях, либо чуть больше, да, в зависимости от уровня заведений. Угу. То есть можно считать, что как бы год такой вычеркнутый получился. Ну вот если говорить о нолях, да, это, ну вот для такого года, на ваш взгляд, это плохо или это все-таки, ну, какое-то, не знаю, достижение или там, как это назвать, выкарабкались? Для нашего состояния в январе-феврале это плохо, для нашего состояния в апреле и мае, наверное, мы для себя более плохие картины рисовали. Поэтому, наверное, после того кошмара, который был в апреле и мае, то, что мы видим сейчас, это как-то уже приемлемо. Хотя, конечно, если бы в январе-феврале нам об этом рассказывали, о наших результатах за год, то мы бы не верили. Угу. А вот смотрите, вы закрыли фабрику и арт-кафе, да? Вот об этом мы говорили с вами в мае. Еще что-то
закрыть, вроде бы ведь вам не пришлось, да? Все остальное работает, все остальное и продолжит работу. Угу. А если говорить вот о потоке людей, да, он какой сейчас, он как до короны, он значительно меньше, ну, не знаю, больше ли, конечно, странно спрашивать, наверное. Какой? Во-первых, конечно, выросла доставка, то есть значительно выросла доставка, то есть смотрим на свою статистику, на статистику конкурентов, в зависимости от заведений, там, то есть те, кто занимался доставкой, рост может быть 40-50% к прошлому году. То есть вот кто занимался чисто доставкой, эти компании, конечно, получили очень такой сильный рывок. В кафе ситуация хуже. Вот по ноябрю-декабрю, когда началась вторая волна, ну, в среднем у нас спад порядка 20%, 15-20% по количеству гостей. А, допустим, ну, для интереса вот сравнить, да, каким был спад, вот когда вас в июне открыли, да, вот тогда какой была посещаемость? На удивление, наверное, вот как и прогнозировали, что люди соскучатся и пойдут в июле-августе, с посещаемостью все было хорошо, и даже в сентябре было все хорошо, то есть мы работали где-то лучше прошлого года, где-то на уровне прошлого года. Там еще летние кафе были, наверное, да, вот да, это спасало. И... Вот эти 3 месяца очень оптимистично прошли, но когда началась вторая волна, плюс какие-то ограничения, плюс опять все равно начали достаточно сильно пропаганду вести, да, то есть домашний образ жизни, где-то вот со второй половины октября началось падение, и, в общем-то, весь ноябрь-декабрь мы примерно идем минус 15-20%. Угу. Ну, это вот еще, наверное, цифры эти, да, которые мы видим там постоянно росли в последнее время, я имею в виду заболеваемость. А вот да. Вы сказали по поводу домашнего режима, да? Вот на ваш взгляд, за эти там полгода или сколько уже больше это длится, успела в головах людей что-то перестроиться, вот эта культура хождения куда-то, посещения заведений, успела поменяться отношение? То есть, ну, перестали обходиться без кафе, да, научились дома есть или нет? Или... Нет, я думаю, что вот в нашей сфере точно не изменится. И наоборот, то, что я сказал, выросла доставка. И я думаю, что доставка не столько у кафе заберет выручку, сколько там у магазинов. То есть многие, кто редко пользовался или не хотел пользоваться, поняли преимущество этого сервиса. Плюс конкуренция растет, соответственно, на компании начинают предоставлять лучший сервис, начинают возить быстрее, стабильнее, и это становится интересно для людей. Ну и по собственному опыту, по опыту, наверное, друзей, знакомых, единственное, что сильно изменилось, это вот скорее покупки каких-то товаров, да, и даже повседневного спроса, насколько это все перешло в онлайн. Да, абсолютно. То есть вот еды это коснулось меньше, а по продуктам, по еде, по товарам, начиная там от хлеба до зубной пасты, да. Вот вокруг уже все начинают переходить на онлайн. Каждый, наверное, за себя это может сказать. Я могу сказать, что я уже все, почти все основные онлайн-магазины освоила. И самое интересное, взрослые люди освоили. То есть те, кто полгода назад даже не знали, что это и как этим пользоваться, да, там 60 лет, 50, старшие люди, они попробовали это. И, конечно, если у них опыт положительный, то они там останутся. А вот если о вас говорить, да, ну вот, допустим, о дистанционных, о доставке, о заказах через интернет, вот, не знаю, может быть, вы придумали какие-то хитрости, нестандартные решения, может быть, какие-то разрабатываете собственные информационные системы или бонусные штуки какие-то. Ну, то есть, вот эта вся ситуация, она дала вам какой-то толчок, из-за чего бы вы не стали раньше заморачиваться? Ну, безусловно, какие-то инструменты пришлось ускориться с внедрением. То, что откладывали на там 2021 год, пришлось сделать в 2020 году. В тех заведениях, где мы вообще не планировали делать доставку, пришлось это делать. И она стала работать? Или все-таки стандартная там пицца работает лучше?
Конечно, то есть пиццу, роллы ничего не заменит, и в кафе, которое не предназначено для доставки, доставка может быть только таким легкой сопутствующей услугой, условно говоря, чтобы для постоянных гостей быть ближе, доступнее, что даже если у них нет возможности прийти в свое любимое кафе, то кафе может приехать к ним. Но если брать по выручке, то это все равно там 3-4-5% от оборота, то есть это не... Нет какого-то такого глобального, да, перехода заказов на доставку в таких заведениях. Соответственно, и выжить они там на доставке точно никогда не смогут. А вот с конкурентами или, не знаю, может быть, здесь это слово не очень в вашей сфере подойдет, тем более вот в такое время. Вы как-то следите за ними, ну, за всеми там кировскими, да, рестораторами. Uh-huh. Насколько вообще сильно и многие закрылись? Что говорят? Какие настроения у людей? Ну, ситуация, конечно, объединила отрасль, все начали больше общаться друг с другом, больше раскрывать какую-то информацию, искать поддержки друг от друга, в целом следить, да, что происходит, чтобы понимать, там спад в целом соответствует рынку или что-то у нас не так. То есть вот этот обмен информацией пошел и опытом. По поводу закрытий. Вот продажи мы видим, да, там в последнее время, вот СПК я видела, продается. Ну, то есть, вот смотрели вы за этими движениями, что там происходит вообще на этом рынке? Смотрели, но получается, что те заведения, которые подходили к кризису в не очень хорошем состоянии, то есть с низкой рентабельностью, с низкой прибылью, конечно, они начали закрываться и продаваться. Это плохо но или хорошо? Ну, это вот то, что мы говорили про арт-кофейни, это, наверное, какие-то вот заведения СПК, Вудрум-бар. Ну, а я вот имею в виду, вот, ну, вот на своем примере там вы это ощутили, это для вас, ну, хорошим шагом оказалось, может быть, своевременным закрытием или нет, или все-таки не было бы короны и работали бы нормально? Если бы ее не было, конечно, эти заведения продолжали работать. Не тянули бы вас они вниз? Нет, но вот как раз сейчас, видя, что происходит, конечно, мы не жалеем, и, в общем-то, все решения были приняты правильно, потому что, получается, проблема-то не 2-3 месяца была, а она будет год, и я думаю, что это до весны, а то и до следующего лета мы в таком состоянии живем. Поэтому, конечно, эти заведения очень большие убытки генерировали, а учитывая, что и все остальные объекты хуже себя чувствуют, чем планировалось, то, конечно, это было бы неприятно. Поэтому в целом считаю, что решения были правильные. А вот о других вы начали говорить, я перебилась опять на вас. Вот ситуация в целом. Ну, сильные заведения, они никуда не денутся. То есть у всех упала прибыльность, упала возможность. Но, в общем-то, все понимаем, что рано или поздно это закончится. Поэтому наша задача просто пережить, пересидеть, перетерпеть. Не упасть в качестве, не упасть в сервисе, и когда это все будет заканчиваться, в любом случае гости вернутся, и вернутся выручки, вернется прибыль. Просто получается, что окупаемость и какие-то бизнес-планы, они сдвигаются. Ну, здорово то, что вы вот за эти полгода, в принципе, поняли, что коронавирус, он, наверное, не способен людей заставить не ходить в кафе, да, то есть поменять их сознание, это по-другому работает. Ну да, в этом плане мы спокойны, поэтому и продолжаем какие-то открытия, да, новые, и продолжаем планировать открытия, потому что понимаем, что все равно это будет востребовано. Да, вот, кстати, давайте об открытиях. На Коневском рынке вы открыли, да, одно кафе, потом я за вами в Инстаграм иногда наблюдаю и вижу, что вы там разрабатываете какой-то новый бренд, да. Вот это за счет чего? Это что-то вновь рожденное или это навеянное обстоятельствами, опять же, 2020 года? Проект на Коневском рынке, он планировался еще до всей этой ситуации, в общем-то, с 18, если не с 19 года, когда было понятно, что на месте старого рынка будет новое здание.
Поэтому это, в общем-то, планируемый проект. Мы очень долго, все лето, конечно, сомневались. Весной мы точно эту идею не рассматривали. Летом вроде бы вернулись к ней. Вы имеете в виду, приняли решение, вынимать ли деньги, да, из оборота на это? Ну, получается, что даже не вынимать, а, условно говоря, брать где-то новые займы и брать на себя новые обязательства. Потому что из оборота как раз, если мы на старте планировали это брать из оборота, то оборот у нас в этом году сошел на нет, и получается, что пришлось брать новые обязательства. А что-то новое, вот коронавирусом рожденное, навеянное, появилось? Не уход в какие-то другие направления, например. Ну, у нас была такая стратегия компании. На определенном этапе мы должны были открываться в Москве, открывать заведение в Москве. Вот мы ускорились в этом вопросе, и как раз в апреле приняли решение, что не будем это откладывать на 22-й год, на 21-й год. И уже весной начали искать площадки, летом начали разрабатывать бренд, и вот то, что новое я в Инстаграме пишу, это как раз про новую концепцию для Москвы. А раз уж мы там заговорили о другом регионе, да, помните, мы тоже в мае с вами разговаривали о том, что предприниматели уходят в другие регионы, перерегистрируют бизнес в другие регионы, потому что там более выгодные налоговые условия. Вот вам пришлось это делать или нет? Ну, это с открытием нового заведения никак не связано, но так как в некоторых кафе у нас есть другие партнеры, то, в общем-то, у нас есть эти прецеденты, да, что юрлица сменили свою прописку. Но и в Кирове вы остались, да? Какие-то юрлицы остались в Кирове. А вот если о мерах поддержки, да, говорить, которые именно в Кировской области были, вот помогли ли они вам? Считаете ли вы их вот уже сейчас, да, там по прошествии времени, когда вам эти, может быть, ресурсы уже удалось там применить или сэкономленные на налогах куда-то направить? Вот считаете ли вы действенным это или это для галочки получилось? Ну, местные меры нас не коснулись. Единственное, что могло было коснуться, это вот сокращение ОСН, но мы там не проходили по параметрам 1.5 МРОТ. То есть вы вообще ничего не получили, пострадав, да, получается? Ну, в местном уровне нет. Получается, что федеральная помощь – это вот льготные займы. Это небольшие выплаты были на дезинфицирующие средства разовые в июле. И, получается, вот в апреле-мае были выплаты на зарплаты. То есть, в целом, конечно, вот эти льготные кредиты достаточно сильно помогли нашей отрасли. С помощью этих кредитов мы смогли закрыть дебиторку. Соответственно, эти деньги ушли сразу в оборот, да, то есть поставщики получили деньги. И надо сказать, что это вот действительно было очень важное решение со стороны государства. То есть они и в нашей отрасли, получается, на всех контрагентов, кто на нас завязан, вдохнули жизнь в июле. Слава богу, в начале декабря там появилась конкретика, как будут определяться параметры для сохранения льготного кредита. То есть вот с 1 декабря начался наблюдательный период, когда мы должны соблюдать определенные требования для сохранения льготной ставки. Там были неопределенности, но здесь хоть и в самый последний момент, но государство тоже пошло на общение с предпринимательским сообществом и зафиксировала спорные моменты. А что там, можете конкретно рассказать, и как это у вас удается это? Ну, для примера, там было требование по, что зарплата должна быть не менее 1 МРОТ на одного сотрудника, но не было прописано, как считаются эти сотрудники, и по факту в расчет банков попадали все декретники, люди на больничных. И получается, что у старых юрлиц, где большое количество декретников, они могли не пройти по этому параметру. Потому что декретники по факту не получают зарплату, люди, находясь на больничных, тоже не получают деньги. И компании могли не попасть в условия для прохождения льготный кредит. И здесь зафиксировали условия, что считаются только действующие сотрудники. Точнее, по-моему, там вообще убрали вот это требование по МРОТ, просто написали, что выплаты зарплаты должны быть в соответствии с трудовым законодательством. Ну, то есть, что компания не нарушает
трудовое законодательство в плане выплат зарплат. И это, конечно, сняло головную боль. Не только у вас, наверное, но и там у многих, да? Это, да, глобальная проблема была, прям глобальная. Вот до последнего момента тянули, прям до последнего момента тянули. Как это считать? Это плохо, да, кстати, насчет вот последнего момента, потому что не понимаешь эти деньги-то в итоге, что с ними делать-то, можешь ли ты что-то с ними делать или тебе придется... Ты не понимаешь, да, что делать, как соответствовать этим условиям, менять ли условия оплаты срочно всем, готовить ли деньги и повышенные проценты для возврата, или все-таки пройдет, не пройдет. То есть, конечно, это все дополнительные нервы, дополнительные переживания, неположительно складывается в целом на работе. А вот начали вы уже говорить там про ожидания на 2021 год, да, я имею в виду тоже вот, ну, какие-то там налоговые послабления, вот там что, кроме ЕНВД, обещается что-то? Ну, для нас это самый больной вопрос был, потому что мы знали, что ЕНВД закончится, и, конечно, учитывали это в бизнес-моделях, но не учитывали, что произойдет такой спад, это раз. Во-вторых, что в целом мы год потеряем по прибыли. Поэтому, конечно, переход на обычного СН для таких кафе, которые были на НВД, скорее бы всего привел к тому, что мы еще и следующий год бы работали либо в ноль, либо с очень низкой прибыльностью. А может быть, какие-то кафе вообще бы бизнес-модель перестала складываться. Теперь этот вопрос будут рассматривать. Правда, еще не приняли его, но, видимо, уже есть у вас уверенность неделе, некая. Да, то есть, есть проект, поэтому я думаю, что этот проект подпишут. И я надеюсь, что мы в Новый год с понятной картинкой жизни уйдем. У нас Андрей Несветаев в гостях, управляющий партнер группы компании «Культура и гостеприимство». Мы сходим на рекламу на 1,5 минуты и вернемся. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». Веду ее сегодня я, Мария Кожевникова, а разговариваю я с Андреем Несветаевым, управляющим партнером группы компании «Культура гостеприимства». Андрей, еще один вопрос в последнее время, наверное, я не знаю, насколько он острый или не острый, но... Ну, довольно странный, да, который нужно как-то решить. Это вопрос с кафе «Сулугуни» на Ленина, у которого вас заставили снять вывеску, но не разрешили повесить что-то взамен. Вот вы как-то разбирались с этим вопросом? Я просто сейчас слушателям немножко расскажу ситуацию. Мы уже обсуждали у нас в эфире. Горадминистрация рассылает письма предпринимателям, которые находятся на центральных улицах города, просит привести фасады зданий в соответствии с паспортом здания. И вот у вас получилось так, что в паспорте вашего здания вообще не предусмотрено место для вывески. Вот, да, разбирались так. Вы с этим вопросом? Да, пытались разобраться, но так как это все началось в декабре, а в декабре уже у всех предновогоднее настроение, все закрывают свои какие-то проблемы, фактически у нас это перенеслось на январь. То есть администрация вроде бы сказала, что мы вас до января все равно трогать не будем, не переживайте, в январе начнем разбираться. Но по паспортам это надо с МУК архитектуры общаться, а там тоже уже, я так понимаю, ключевые сотрудники то ли в отпусках, то ли где-то отсутствуют. Поэтому по факту у нас все перенеслось на январь. Задача по факту у нас обсудить паспорт и изменить паспорт, чтобы на здании появились какие-то места хоть под какую-то вывеску. А вообще вот в этот документ, этот паспорт, как это вообще выглядит, вы изучали? Ну, смотрите, ведь мало просто снять. Есть некий дизайн-код, некие цвета, да, которым нужно соответствовать. Вот это прописано, вам понятно, что вам нужно повесить взамен? Ну, не на 100% понятно, но вот для этого и надо будет нам с МУК архитектуры взаимодействовать, чтобы, я так понимаю, мы даем туда какие-то варианты, они их либо согласовывают, не согласовывают, дают какие-то рекомендации, как что изменить. Но я думаю, что мы найдем какой-то
решение по внешнему виду, нам самое главное определиться с местом, да, и согласовать место. Получается, что изменить паспорт, чтобы на нем появилось вот это место под вывеску. Вообще, это очень странная ситуация. Вам не пояснили, почему так произошло? Ну, почему заставляют снимать, не проработав вопрос, а куда вешать? Ну, у нас же как разрабатывают одни, согласовывают другие, принимают третьи, исполняют четвертые. Поэтому спрашивают с исполнителей, почему такой паспорт, наверное, не очень правильно, они не сильно помогут, то есть разные люди. Конечно, вот эта история с паспортами, она же длится уже, наверное, несколько лет. Долго их разрабатывали, потом принимали. Когда-то мы это смотрели, потом даже просто уже перестали следить за этой историей, потому что она, ну, слишком долго уже была на обсуждениях. И когда эти пришли письма, да, мы уж выяснили, что и паспорта согласованы, все согласовано, и вот вдруг надо все делать. И в целом у нас нет, наверное, претензий, то есть глобально, да, то есть мы понимаем, что главная улица, и, наверное, надо хорошо, если все будут соответствовать каким-то нормам, да, не будет этих огромных баннеров непонятных вывесок на картоне. Вот. Но смутило, почему это именно сейчас? Угу. Самый непростой момент для предпринимателей. Ну и если конкретно про нас говорить, да, то, что отсутствует место под вывеску. Ну, вообще снять вывеску сейчас, это очень странно, да? Мы тоже уже обсуждали этот вопрос, но просто люди подумают, что да, закрылись. Да. Вот. Но и вынимать лишние деньги, а ведь это не дешевое удовольствие, если делать хорошую вывеску. Это... Ну да, то есть там вот вывески в Сулугуне, это там порядка 150-200 тысяч в том виде, как они вот есть. А вообще вот эта история с дизайн-кодом, но я уже услышала, вы, по-моему, к ней позитивно относитесь в целом, да? Я в целом, как житель города, позитивно отношусь. Единственное, что хочется, чтобы это не закончилось вывесками, а чтобы продолжилось тротуарами, фасадами, бордюрами и уборкой снега. То есть если это все будет комплексно, я только за. Но если это закончится снятием вывесок, то, конечно, ничего хорошего. Ну да, странно поменять вывеску, допустим, на обшарпанном фасаде. Да, вообще вот эти фасады, ведь это уже не ваша задача ремонтировать. Ну, есть наш этаж, есть этажи выше, которые уже точно не наши. То есть и если за наш этаж мы несем ответственность, ну, в общем-то, мы занимаемся регулярно, да, каждые два года мы его там красим, приводим в порядок, потому что это все-таки лицо кафе, заведения, поэтому хочешь не хочешь, мы его приводим в порядок. Но то, что происходит выше, или слева, или справа, тут, конечно, уже не в наших силах. Заодно просто вот спрошу, раз уж о фасадах разговариваем, вот эта вот история с тем, чтобы завесить сталинки вент-фасадами, да, ну, представляют все туалетную плитку, так называемую, хотя нам пытаются объяснить, что это будет немного по-другому выглядеть, но все равно вот насколько это правильно. Или... Но тут вопрос, какой плиткой это сделают, потому что в Казани ведь эта история реализована, в принципе, выглядит аккуратно. Другое дело, что какие бюджеты на это уходят, насколько это эффективная трата, но это, опять же, не нам решать. Так же, как и закрыть заведение на новогоднюю ночь, да, сказать всем сидите дома и потратить там 20 миллионов на театральную площадь. Но это, наверное, уже на совести тех, кто это придумывает, пусть остается. А вообще вот, ну, также с плиткой на сталинках. Раз уж мы заговорили, да, еще вот о таких вот решениях странных. Вообще вот какую бы оценку властям вы поставили за борьбу с коронавирусом? Ну, можно ругать сколько угодно, но я даже не представляю, какая там ситуация в больницах, у врачей. И, наверное, единственное, что могу сказать, ну, просто поддержать. Я почему-то верю, что все стараются. И, в общем-то, в нашей области и в нашем городе далеко не самая плохая ситуация. Поэтому, честно говоря, вот ругать точно не хочется. Даже по майскому разговору я помню, когда у вас были закрыты все заведения, вы все равно оставались на позитиве. Ну, ругать несложно. Да, вот реально посмотреть на ситуацию, попробовать понять людей, врачей,
Это гораздо сложнее. А вот, ну вот еще у нас две минутки есть. Еще один вопрос у меня есть такой. Вот на порассуждать. В 2021 году, на ваш взгляд, кому хуже будет житься, кому лучше? Или мы все в каком-то застое находимся и в спячке сейчас? Ну, я думаю, что в целом, если говорить про глобально, про страну, то, конечно, мы не в застое, мы потихоньку падаем. И экономика падает, и уровень доходов у людей честный падает. То есть я думаю, что мы продолжим такое легкое, постепенное падение, но как в любом падающем рынке все равно кто-то всегда находится, кто может расти. Поэтому наша задача просто искать какие-то инструменты и возможности, чтобы расти. То есть вы имеете... Ну, конечно, это будет гораздо сложнее с каждым годом. И, в общем-то, да, наверное, вот так вот. Просто сложнее. То есть... Но надо делать, что делать. То есть не стоит вот так вот говорить, что там, не знаю, всем предпринимателям в 2021 году будет житься плохо. Нет, можно найти, да, какие-то точки, какой-то рост в любой отрасли, даже в ресторанном бизнесе. Об этом вы, да? Да, просто чтобы получить, там, не знаю, на 10% больше, придется работать в 2 раза больше. Чем было до коронавируса. Ну, условно говоря, да. Андрей, заканчивается время нашей программы. Спасибо вам большое за разговор. Еще раз напомню, что у нас был в гостях был управляющий партнер группы компании «Культура гостеприимства» Андрей Несветаев. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.